О, уже 10 утра. Мне пора ехать в банк, положить деньги. Так, вот я подъехал к банку. Вот она, красная кнопочка, чтобы открылись ворота. И я заеду в банк. О, привет, инспектор. Здравствуй, Вилли. Я хочу положить деньги на свой счет. Как мне проехать? Тебе, Вилли, нужно подняться на лифте. А ты потом сделаешь мне одолжение? Какое? Я забыл сегодня позавтракать, и я был бы тебе благодарен, если ты мне занес чашечку кофе и две булочки. Окей, на обратном пути я тебе закину. Хорошо, друг мой? Хорошо, Вилли. Ну вот я поднялся, где же мое окно? О, впереди дверь. Ага, открываем ее. Ой, кто это идет мне навстречу? Добрый день. Добрый день. Проходите мимо быстренько. Только не пачкайте пол, который я только что помыл. Нет-нет, не беспокойтесь, у меня чистенькие колеса. Я только что после мойки. Оп, оп, что за переворот? Квырок, сальто. Я перевернулся и еду дальше. Это не банк, это просто цирк. Вот впереди мое заветное окошечко. О, и ко мне подходит служащий банка. Здравствуйте, я бы хотел положить свою денежку к вам в банк. Ты же знаешь, у нас самый лучший банк. Да, вот немножко, все, забирайте и положите, пожалуйста. Спасибо вам большое. Ой, что это такое? Сработала сирена. Вау, из банка вылетают 3 грабителя. О, что-то у них вылетело и что-то осталось. Я подберу это обязательно, потому что они же украли мои денежки. И все проверю. Так, ага, надо закрыть все окна. И все делать тихо, чтобы меня никто не смог найти и услышать. Я же один знаю только про этих бандитов. Сейчас мы аккуратненько почистим, посмотрим, подсветим. Вот я уже вижу, как появляются первые цифры. Все, первые 2 цифры 34. Теперь мне нужно найти по этим 2 цифрам номер их автомобиля. Так, включу-ка свой компьютер, посмотрю картотеку, чтобы номер машины начинался с этих цифр 3 и 4. Так, их не так много. Ага, так, это не то. А вот это, по-моему, есть. Точно. Мы сейчас тоже сможем определить, где находится в данный момент этот автомобиль. Легко. Я настоящий детектив. Так, едем дальше. Едем дальше, аккуратненько. Мы молодцы, я настоящий полицейский. Аккуратненько, здесь нужно быть очень внимательным, потому что я вижу впереди кран, который периодически спускает и поднимает мою дорожку. Как бы мне не провалиться, аккуратненько. Все, поехали, едем, все, наш флажок, красненький флажок впереди. Так, вот я подъезжаю уже к отелю. Ага, вон дверь, опять лифт, теперь мне нужно подняться на лифте. Он почему-то не работает. В чем же дело? Так, 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 кого я вижу там на втором этаже? Что-то знакомое лицо, это один из бандитов. Так, значит мне нельзя полностью подняться. Так, вон я вижу красный рычаг, который надо отпустить. И ток пойдет по всей цепи. И лифт начнет подниматься. Ага, поднимаюсь. Оп, стоп, нет, дальше нельзя. Потому что охранник тоже начинает передвигаться к двери. Он меня просто увидит. Так, я остановлюсь. И пущу ток в обратную сторону, чтобы лампочки наверху загорелись, и он не понял, в чем дело. О, все. Он и чего-то. А он не понял, в чем дело, и решил открыть дверь, чтобы проверить лампочку, которая не горит. Ага, проверил. Так, а я сделаю наоборот, я теперь выключу другую лампочку. Ага, я его обманул. Сейчас он поедет дальше, и я поднимусь резко в этот момент и заеду куда мне нужно, к моему заветному красному флажку. Все, еду. Ой, я вижу его. Это тот самый преступник с фотографии, которого мы нашли по номерам машины. Да, это он. Он спит. Так, теперь нужно закрыть перед ним ворота как-то, чтобы он не смог от нас уехать, когда проснется. О, я вижу 2 рубильника, которые нужно поднять. Поднимаем их. Открываем электрощиток. Вижу здесь рычаг. Нажимаю. И все, пошла. Пошли ворота. Все, они закрылись. Будильник зазвенел. И от страха преступник врезается в ворота. Ха-ха-ха-ха. Во, у него что-то выпало.
эта фотография. Это тот самый преступник. Как он пробрался сюда, все это явно видно. Как хорошо, что в банке есть камеры наблюдения. Заберу-ка я всю эту пленку домой, на всякий случай, и положу к себе. Так, ну вот я и дома. Ага, так, где моя фотография? Вот это очень хорошая улика. Это нам даст очередное место расположения преступников. Сейчас мы это все рассмотрим и отсканируем, и получим точный результат. Так, что-то очень все знакомое место. Открываем карту города. Так, ага. Так, у нас здесь заправка, телефон, есть такое, ага, и улица Пегас, все понятно, Пегас, да, на пересечении. А, нет, это другое место, это совершенно другое место. Первое, это паровозик, остановка паровозика, вторая, это заправка, и третье у нас будет улица Пегас. Все, есть точное место расположения, теперь я буду там. Какой я хороший детектив. Ой, что такое? Впереди такая пробка, одни грузовики, их никак обогнать. И чтобы они проехали, нужно быстрее их наполнить полностью грузом. И правильно, как в игру Тетрис. Так, быстренько наполняем, раз. О, как быстро получается. Вот и все, последняя машинка, и путь свободен. О, опять я еду дальше. Заветный красный флажочек. Вот я подъезжаю к складу. Так, как мне перебраться отсюда? Впереди я еще вижу охрану. Так, мне нужен молоточек. Я отобью деревянную стенку. И что здесь я вижу? Маленькую машинку. Это маленький бонус для меня. Очень приятно. Я вижу магнит, на котором подвешен груз. Так, если мы этот груз спустим вниз, пусть он улетит вниз. Магнит мы спустим пониже. Да-да, крутим красный рычажок. Еще пониже. Отпустили мы магнитик. Теперь закрываются ворота, чтобы охранник не смог уехать ни вперед, ни назад. Дальше открываем впереди меня перегородки и попробуем через низ пробраться к магниту. Да, это хороший план. Так, вот она, лодочка. Я прыгаю на нее и подъезжаю к магнитику. Стоп! Теперь магнит меня поднимет наверх, на тот уровень, который мне нужен. Прыг! И я на месте. Вау, как мне классно нравится прыгать. Опять красный флажочек. Я заезжаю на склад. Впереди я вижу сумки денег, но перед ними лазерные лучи. Подвину кран с крючком, кто-то услышит меня и подъедет. Так, моя ловушка готова, теперь я подъезжаю к лазерю. Сигнализация срабатывает, вот она подъезжает, охранник, и на мой крючок. Все как я подрассчитывал, теперь самое главное его поднять. Для этого я положу груз, сумки с деньгами, и он будет парализован. О, что это такое у него выпало? Очередная улика, как мне везет. Мне везет, потому что я самый лучший детектив. О, так здесь же целая запись. Здесь заснято происшествие. Отлично, все видно. Я докажу полностью их вину.
Так, вот я опять дома, одеваю свои волшебные очки, включаю монитор и смотрим все внимательно, обследуем каждую деталь. Это не то. Это, видимо, он с подружкой. Это тоже не... Вот он. Это точно он. Это где-то на природе. А вот, да, это точно он, это он. Я его узнал. Теперь по контактам находим его номер телефона. Будем сейчас всех прозванивать, и все равно я его вычислю. Это не он, это не его голос. Это не похоже на него. А вот это точно он. Это он. Сейчас просканируем и определим его местоположение. Все, точное его местоположение. Выезжаю. Ага, впереди вижу опять охранника. Так, нужно его обезвредить. А мы сделаем вот так, перевернем дорогу, и он вниз. Ха-ха-ха. Его нету. Едем дальше. Теперь нам нужно вниз, только аккуратно, потому что здесь огонь. О, плечу. Бах, свалился. Впереди лазарь. Лазерный луч. Так, нужно дождаться, когда он пропадет, и проехать к следующему флажку. О, еще один лазерный луч. Я его даже не заметил. Надо, да, это, ох, сколько их здесь. Надо быть всегда аккуратным. Вот мой заветный флажочек. Едем дальше. Еду вперед. Ага, опять лазерные лучи. Так, здесь должен быть где-то рычаг. Как же мне подняться наверх? Так. Вижу электрическую розетку. Значит, нужно ее включить, чтобы полилась водичка. Я увижу рычаг. Включается рубильник, и я поднимаюсь наверх. Поднялся, еду вперед. Еду даже по водичке. Теперь поменяем поток энергии. Да, включим еще один рычаг, чтобы подняться выше. О, и поднимаемся выше. И наш заветный флажочек. Так, еду вперед. О, я вижу этого бандита впереди. Так, осторожней. Здесь я спускаюсь вниз. А там лазерный луч. Так, надо перенаправить этот лазерный луч. О, получилось. Люстра падает преступнику на голову. У него вылетает из руки рычаг. И я останавливаюсь. Класс. Теперь постепенно наверх. И вперед. И поймал я наконец-то третьего злодея, у которого остатки видеосъемки. Вот она, последняя видеозапись. Да, я догадывался, что здесь что-то не так просто. Здесь видно, как обманули охранника и ворвались в банк грабители. И ограбили его. Так, теперь мне нужно в хранилище. Подъезжаем, открываем его. О, и что здесь я вижу? Здесь же бомба. Так, зеленый. Нет, это не то. Красный. Да, есть. Ура! Я победил. Вот так вот я стал маленьким детективом. Меня даже напечатали в газете новости. Вилли поймал бандитов. Красная машинка лучшая в городе.